693 миллиона тенге задолжали своим детям алименщики Шымкента. Многие из должников предпочитают скрываться. Злостных неплательщиков, которые не платят ни тиина своим несовершеннолетним детям, больше 600 человек. Алименты удерживаются с заработной платы должника в размере, установленном судом. Ну, законодательством у нас установлено, что если у должника получается один ребенок 25% от заработка, два ребенка 33% от заработка, три и более 50% от заработка. В случае, если у должника нет работы, нет постоянного дохода, в этом случае размер алиментов исчисляется, исходя из средней заработной платы по Республике Казахстан. Проблемные алименщики либо скрываются от судебных исполнителей, либо занижают свою зарплату, чтобы платить меньше. В прошлом году общая сумма взысканий превысила 172 миллиарда тенге. По итогам только прошлого года у нас было 385 тысяч исполнительных производств. Ну, одно исполнительное производство, вы знаете, как правило, там две стороны, взыскатель и должник, соответственно, более 700 граждан у нас вовлечены, 700 тысяч граждан вовлечены в процесс исполнительного производства. Если сумма долга по алиментам превышает 60 тысяч тенге, неплательщику запретят выезжать из страны. Делается это в автоматическом режиме, когда судоисполнитель передает запрос в пограничную службу. По закону известить должника обязаны заблаговременно. Закон предусматривает 5 рабочих дней. В любом случае судебный исполнитель не вправе наложить ограничения, не предупредив должника. Наказывают, к слову, не только неплательщиков, но и судебных исполнителей, которые недобросовестно исполняют свои обязанности. По итогам прошлого года у нас в адрес региональной палаты частных судебных исполнителей, дисциплинарная комиссия, да, там у нас создана, было направлено порядка 134 представлений на наказание частных судебных исполнителей. В отношении них были приняты меры дисциплинарного характера. Кроме того, у нас 6 частных судебных исполнителей в прошлом году были лишены лицензии. На сегодняшний день в суде рассматривается вопрос о лишении лицензии одного частного судебного исполнителя. Судоисполнители дают должникам 3 месяца на реализацию имущества. Вместо 50% новый порог снижения минимум 75%. К примеру, если у должника есть недвижимость за 10 миллионов тенге, продать ее обязаны за 7,5, а не за 5 миллионов, как это было раньше. Эмир Юнусов, Сакен Сапарбеков, Максим Курасов. Информационная служба телекомпании «Утрар».